Всем привет, дорогие друзья, с вами Докерс, и сегодня я поиграю, наткнулся на такую игрушку под названием Goods and Glory, мужество и слава. Ну, Google мне так, по крайней мере, перевел. Игрушка сейчас на стадии разработки еще, версия 0.3.1. Давайте посмотрим, похоже на... игра-то? Короче... Игра, да. Батя с сыном сейчас поедут у меня. Тут можно на машине, можно на квадрике. Окей, так, ладно. Первый взгляд, как говорится. Все, стрелочками, значит, ездить. О, нифига, на дыбы. Ну-ка, эти тоже надо проезжать, нет? Ать. Судя по всему. Я мне колбасит, блин. Так, эть. Вот так, хорошо. Газуй, Филимон, газуй! Хоп, поворот. И... Уху! Ай, это было не обязательно, ну ладно. Давай здесь проедемся. Ай! Нет! Чё, мы поспать прилегли, что ли? Я, пожалуй, пойду посплю. Так, рестарт. Окей, ладно, поехали так сразу. Все, никакой самоуправщины, едем просто. Опа! Бац! Поворот. Ух ты, нихера! Тихо. Давай, я должен проехать. Так, молодец. Фига, с первого раза прошел, охренеть. Тихо. Задний ход. Сына, держись. Батька сейчас все сделает. Такс. Опа. Нет, что-то не то, да? Оп. Да стой ты, блин. Ай! Куда ты? Ай. Все нормально? Не очкуй, сынуля. Так, сейчас батька развернется, подожди только. Опа. Управление такое шляпское, на самом деле. Так, тихо. Так, да стой! Да твою! Сын, может ты доедешь, нет? Все, сейчас, нормально все будет. Так вот. Аккуратненько, нет. Вот так, хорошо, есть. Давай, разгоняйся! О, думал, не долечу. Тихо. Опа. Ай, бляха-муха. Ай! Да. Вот это да. Все, поехали дальше. Так, там какие-то фигнюли висят. У. Тихо. Проезжай. Ай, бляха-муха! Да всего лишь руку цепанул, чё ты? Так, ладно, окей. Попытка номер два. Сейчас, спокойно проедем. Оп, есть. Ух ты! Да стой! Нет, назад, сынок! Нет, держись! Да твою ж! Двой! Оп! Ой! Мальца выкинула. Так, ладно. Прикольно так-то, да? Оп. Черт, нет! Задний ход, давай, греби. Ух ты! Бай-бай! Сынок, чё ты, блин, а? Так. Все, сейчас не спешим, просто. Сын, держись хоть за что-нибудь. Папка не очень умеет на велосипеде ездить. Как ты видишь. Есть, я до чего-то добрался. А, твою! Вот это было неожиданно, на самом деле.
Кто же знал, что тут так вот. Такая горочка. Есть. Что такое было? А, это по мне гасят. Ой. Блин. Уху. Мау. Тихо. Хопа. Обманочный маневр. Хоп. Ой, сынок, прости. Так куда ты? Вставай, давай, финиш. Есть! Ху-ху! А, косы. Мяу. Чё, давайте попробуем другую карту. Так, следующий трек. Так, хорошо. Опять на лесопеде, поскольку те у нас не открыты. Чё, в дом, что ли? А, я думал, в дом. Окей, так, сюда. Чё-то тут... Стопудово, какой-то подвох есть. Тихо. Всё, что ли? Ура! Давай следующий. Вот тут будет жестко, походу. Нихера. Уже пилы едет. Вау! Чуть не зацепило, блин. Ой, пардоньте. Ай-яй-яй! Охренеть. Так, ладно. Походу реально тут жестко будет. Оп. А, твою мать! Кому отстегнуло что-то? Мне руку, нет. Тихо. А, сыну руку отстегнуло. Так, мы сюда, потом вот сюда. Потом вот сюда. Потом вот туда, на окна. Есть! Миссия пройдена. Всего лишь что потеряли руку сына и все. Ничего, сынок, не волнуйся, пришьем мы тебе руку. Так, мы получается что? Следующий. О, уже другая карта. Тут, мне кажется, просто. Надо добраться до финиша, да, я так понимаю? 500 метров. А если по прямой, то чё это же, туплю-то? Просто шваркнем сейчас по прямой, все, без всяких проблем. Уху! Оу! Нифига, там еще стреляют. Сын, нет! Сынуля, ладно, хрен с тобой. Я доеду без тебя. Воу! Ух! Блин, давай быстрей! Ай! Ля-л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 я. Не догоните, вы меня. Ура, финиш! Чё у меня с колесом, блин? Так, давайте следующий левел. Вот этот получается. Так, тут уже что-то новенькое, блин. Ну так как игра на стадии разработки, я думаю, уже в дальнейшем вот следующее все откроется. Ай, ой, ух. Фига себе проколбасило. Хопа. Паркур. Блин, ты чё одну руку назад? Типа, да я одной рукой поуправляю нормально. Так, аккуратно. Ух ты, по мне гасят уже. Что это было, дорогие друзья?
Это был неожиданный маневр по ходу мины. Мины, реально мины. Тихо, тихо. Ух. Нифига, чуть по мне не попали. Ай, ай, бля. Вот это прикольно, блин. Ай. Моя жопа куда-то полетела. Ну куда же ты, жопка? Фу. Нифига она хлещет, блин. Так, ладно. Оп, мина. Оп. Объезжаем одну, вторую. Ай, сынуля. Прости. Не удержал. Не попадешь, не попадешь. Ля-ля-ля. Ай-яй-яй. Куда ехать-то? Уай! Фига как сложно, блин. Быстрее, 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 по прямой, короче. Нихера как сын. Оп, 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 обманываю, обманочный маневр. Давай ускорение. Чуть-чуть, правда. Ой, мячик, ты чё тут? Ускор... Блин, опять не попал. Ладно, вон туда сейчас попаду стопудово. Так. И ускорение. Бзяу. Мины, мины, мины. Есть! Бессильно, правда, но ничего страшного, опять же. Так, ну что ж, что у нас следующее? Уровней. Нормально. В принципе, в достатке. Ни хрена тут мин на картинке. Так, а что с этими-то, может... Нет, все-таки... Все-таки надо, наверное, ждать будет. Уже стреляют. Сынок, держись. Охренеть тут. Уа-уа-уа-уа-уа. Я должен выжить. Ой. Сын, а ты чё через кресло, блин, пролетел? Нихера! Блин, вот это прикольно, кстати. Все, оп. Давай, давай, мы выживем. Вау, 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 вау. Вот это экшончик, блин. Вау. Уф. Блин, тут можно, блин, целый фильм снимать. С экшончиками такими. Ай! Прости, сынуля. Тихо, 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 не торопись. Проедем, Ой! Ты там живой еще? Ай, 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 дед, 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 дед! Фу! Газу, 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 газу. Так, мины, мины, мины. Есть. Так, а тут, я так понимаю, нам надо перелететь, окей? Ой! Ты чё не перелетел-то? Да, дела. Сейчас попробуем еще раз, попытка номер два. Как? А, не на ту... Ой, что это было? Бляха-муха. Твою ж титьку за ногу. Так, все, сейчас, все нормально сейчас будет. Ой! Опять моя жопа куда-то полетела. Фу, забрызгало все нафиг. Так. Это было лишним. Может объехать? Вон там объеду, да и все. Читерским способом. Сынок! Ты чё зацепился-то? Ладно, хрен с тобой, давай. Финиш, финиш. Сына, держись. Сейчас сына... Есть. Поехали, доедем до нашей руки. Оу. Что это было? Ладно, все.
Ну что ж, дорогие друзья, буду на этом заканчивать.